Карагандинской области состоялся международный конкурс исполнителя Кюев Аксаккулан. Он был посвящен Кетбугажирау. В музыкальном состязании приняли участие 17 дамбристов со всех регионов страны, а также из Китая и Монголии. Кетбугажирау – герой многих народных исторических легенд. Считается, что именно он сообщил Чингисхану о смерти его сына Джучи в своем Кюе. Произведение сохранилось до наших дней. Его на конкурсе исполнил музыкант из Китая на флейте. Каждый участник сыграл на дамбре по 5 кюев. По итогам конкурса гран-при и миллион тенге достал жителю из Нур-Султана. С 5 лет я играю на дембре. На этот конкурс в Казахстан приехал впервые. В подобных состязаниях я участвовал в Монголии, зная наизусть около 30 кюев. Сегодня я исполнил произведение «Курайнах». Я рад, что принял участие в таком конкурсе. Находясь рядом с ханом Кулагу, участвовал в завоевании Ближнего Востока, Египта. В истории Кетбуга остался как великий жирау. На протяжении многих веков произведения Кетбуги были образцом для подражания.